вихилясті стежки під круту гору долаємо заради неймовірного краєвиду, наче на голівудських пагорбах, місто на долоні. А сейчас мы идем по вершине Бурщицкого отвала, и когда сюда люди попадают, у них возникает вопрос, а почему такое название Бурщицкий отвал? Дело в том, что на месте отвала, до его отсыпки, тут был поселок Горняков, Бурщиков. И поселок был достаточно крупным, это был довоенный поселок и даже послевоенных лет. Чтобы понять, сколько он был крупный, здесь даже была своя школа. Рядом были шахты, это был рудник имени Ильича. Но после того, как начали строить карьеры НКГОКа, поселок снесли, соорудили такую огромную, ну, скажем так, условно, пирамиду, да, то есть Бурщицкий отвал. Мы сейчас находимся южнее Черногорки, за Черногоркой, в промзоне бывшего НКГОКа, на вершине Бурщицкого отвала. Бурщицкий отвал – это одна из высочайших точек Кривбаса рукотворных, откуда открывается потрясающая панорама на исторический центр города, на промышленную часть города. Один из наиболее интересных объектов – это мост Белилюбского. Он находится прямо за моей спиной, как раз с этой точки открывается хороший ракурс, где можно рассмотреть мост с наилучшей стороны. Мост был построен в 1884 году, еще в то время, когда в Кривом Роге не было железной дороги, и в то время, когда рудная промышленность только зарождалась. Строил его знаменитый профессор, инженер, известный был во всей Российской империи, Николай Аполлонович Белилюбский. Вот поэтому и такое название появилось – мост Белилюбского. Хотя еще одно название – Ингулецкий мост. В свое время был настоящим шедевром. Есть множество фотографий сохранилось, где мост в первозданном виде. Он был невероятно красивым. Был создан из массивных гранитных плит. Пролетная часть была металлическая. Во время войны был разрушен Великой Отечественной и восстановлен в послевоенные годы. До наших дней мост в первозданном виде не сохранился, к сожалению. Он был перестроен. Перестроена полностью пролетная часть, быки. Сохранилась лишь только одна частица той дореволюционной эпохи. Это правобережный устой арочной формы, очень красивый. И когда на него смотришь, действительно понимаешь, что этой конструкции уже более 100 лет. Сам район, это южнее Гданцевки, интересен в историческом плане, потому что до революции тут было сосредоточено более 5 рудников. Опять же таки, здесь находился первый на Криворожье чугунолитейный завод, который назывался Гданцевским. Он был еще спроектирован во времена Александра Николаевича Поля и открыт в 1892 году. Он также находится за мостом, мы можем увидеть место расположения бывшего завода. Сейчас от него, конечно, уже ничего не осталось. Река Ингулец здесь протекает именно в этом месте, за моей спиной, в не своем природном русле. Это рукотворное русло, которое было создано в 80-е годы, в конце 80-х. То есть река на самом-то деле уходила вот сюда влево и протекала по территории нынешнего карьера номер 2 НКГОКа. Но когда карьер начал расширяться, понятное дело, что реку нужно было отвести. И таким образом, с помощью взрывчатки, с помощью титанического человеческого труда, мощных вот этих всех работ, взрывов, реку пустили по рукотворному такому каналу, который длиной до 2 километров. Место здесь очень интересно и приятно смотреть по сторонам, изучать, исследовать свой город. Оце величезна така воронка, звичайна шахтна воронка. Романтично вона називається у нас Калабанія. Для багатьох тисяч людей це улюблене місце відпочинку.
приблизно року, мабуть, десь 70, може, 8-9. Тоді це була така 100-метрової глибини з прямовисними стінами воронка. Бо це рудне поле шахти імені Кірова. Десь наприкінці 70-х або на початку 80-х воно оце просіло, і оце утворилась така воронка. Ось там у ній озеро є. Там є такі масиви таких трав десь по груди. Знову таке свідчить про магнітне поле, скоріше за все. Я думаю, що воно тут дуже відчутне, тому що, бачите, від рудних тіл нас відділяла шар десь 40-метрової глини. А оскільки тут провалилося, а там вже позалишалися ще рудні тіла, цілики, бо руду не можна вибрати в цю суціль, на чому ж тоді триматиметься земна поверхня. Залишають такі масиви, ціликами називають. От вони, видно, від нас дуже близько, і, можливо, тут ми теж сильно відчуваємо магнітне поле. Я тому так говорю, що тут скажене натхнення виникає. Я вірші мої найкращі написав колись, сидячи ось тут над цим провалом. Оце Ковальська балка. Вона знаменита хоча б тим для істориків, що в її гирлі, он там, де вона впадає, в Саксань колись впадали, там кар'єр кіровський. А колись там розкопали стоянку прадавніх наших предків, який не багато, не мало, а до 20 тисяч років. Ну, археологи зійшлися на думці, приблизно 16 тисяч років їй. Наприкінці 90-х років тут проводили регулярно рицарські бої. Приїжджали люди молоді, які оце люблять інсценізації оці, з Харкова, з Києва, з Одеси, з усієї України з'їжджалися, ставили тут табір, перевдягалися, вдягали на себе доспіхи, мечі такі в них були. І от для них це ідеальне місце, бої розігрувати. Зараз ми вам покажемо скелі, яких, в принципі, годі шукати навіть у гірських регіонах України. Ми пішли. Мы с вами находимся на территории геологического памятника природы местного значения. Это выходы аркозовых песчаников. Общая площадь этих выходов составляет 4 гектара. Они находятся на левом берегу речки Ингулец и простираются в южном направлении на длину 540 метров. И максимально от уровня речки они достигают высоту в некоторых местах от 15 до 20 метров. Мы находимся сейчас на территории отводного канала для речки Ингулец. То есть речка сама протекала немного правее от нас, вот. Но она заходила на территорию карьера Югока, и для того, чтобы она не мешала разработке месторождения, ее просто перевели в это место. То есть путем, таким же самым путем взрывов в карьере был пробурен такой вот канал в толще твердой породы. И мы видим вот всего этого результаты. Вот даже можно увидеть, как буровыми машинами бурили скважины, в которые закладывали взрывчатку, и все, эта стеночка обрушалась. Криворожане, да и все туристы, которые к нам могут приезжать, могут ходить по этому месту и видеть вот такой вот техногенный маленький каньончик, на дне которого протекает речка, канал речки Ингулец, ну, то есть ингулецкая вода. Вот, стеночки такие высокие. Очень интересно.